Кинолог – это, пожалуй, идеальная профессия для любого человека, который любит животных и особенно собак. Роман Васильев всегда мечтал работать с четвероногими. 3 года назад он познакомился со щенком немецкой овчарки по кличке Гера. С тех пор они неразлучны. Каждый день Роман тренирует свою собаку, кормит, играет и полностью заботится о ней. Ведь она его друг и напарник. Как человек, она как ребенок твой. Вот с детства как дали мне вот 8 месяцев. Постоянно с ней гуляешь, играешь, занимаешься. Каждый день приходишь. Тем более, как в Ростов отправили, полгода там с ней. Там вообще, можно сказать, с ней живешь. Собаку любить надо. Кинологическая служба всегда считалась жизненно необходимой в деле защиты правопорядка. Служебные собаки работают в полиции, армии, в МЧС и в охране множества стратегических объектов. Нигде без чуткого собачьего носа не обойтись. Что касается Карачаева-Черкесии, то в Республиканском кинологическом центре работают более 70 четвероногих сотрудников. Еще нету тех приспособлений, как правильно сказать, которая бы могла заменить служебную собаку. Вот, и поэтому мы стараемся максимально обучать, тренировать по поиску взрывчатых веществ, наркотических средств и взрывных устройств. И хороший кинолог должен в первую очередь любить собаку. Он должен понимать своего питомца, потому что без взаимопонимания работы не будет никакой. Подготовка служебных собак в нашей республике идет по 3 основным направлениям – поиск взрывных устройств и оружия, розыск людей и обнаружение наркотиков. Каждую неделю проводятся тренировки, на которые собираются кинологи из всех районов республики, чтобы совершенствовать навыки своих собак. Осуществляются тренировочные занятия. Каждую неделю выезжаем в город Черкесск, собираются все районные центры кинологической службы, отделения, группы, собираются в центре кинологической службы МВД по Карачаево-Черкесии с целью проведения тренировочных занятий по поиску обнаружения целевых веществ по их запаху. Тренировки необходимы для того, чтобы собака, служебная собака не теряла рабочие качества, рабочие навыки. Бесспорно, труд кинологов невозможно переоценить. Именно они, понимая, что называется собачий язык, перекидывают мостик между миром людей и миром животных. Это нелегкая работа, которую злой, равнодушный или ленивый человек просто не сможет выполнить. Мадина Лайпанова, Станислав Сушков, Архыз 24.